И к другим темам. Троих полицейских арестовали на 2 месяца. Такую меру пресечения установил Советский районный суд Махачкалы подозреваемым в мошенничестве и других преступлениях сотрудникам МВД. По версии следствия, они сфабриковали в отношении своего знакомого уголовное дело о сбытии опия и требовали у него 1 миллион рублей за непривлечение к ответственности. Пострадавший добился снижения вымогаемой суммы до 500 тысяч рублей, передал половину полицейским, после чего обратился в правоохранительные органы. В отношении всех троих подозреваемых возбуждены уголовные дела о мошенничестве в крупном размере, превышении должностных полномочий, незаконном обороте наркотиков и фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности.